Всем привет, ребят! Рад приветствовать вас на наших каналах, на канале моем, Ванька, и на канале Тани. Команда Райфл снова здесь, хоть и не в полном сборе. И всем приветики! Надеюсь, вы смотрите на нашем канале, на моем или Ваньном. Логично, но страшно звучит. И сегодня мы снимаем рафт. Будем выживать на плоте. Верно. Я хотел ребятам загадку задать, знают ли они, что это за игра, а то мало ли тыкнули, даже название не посмотрели. Но ты меня опередила. А-а-а. Да, мы в такой замечательной игре, как Рафт. Что это означает? Мы будем бороться за свою жизнь, пытаться добиться хотя бы какого-то адекватного размера плота, попытаемся сделать огород, попытаемся добиться того, чтобы не умереть от жажды или голода. Посмотрим, что из этого получится, ребята. Я хотела что-нибудь поймать. Я уже 3 доски поймал, 6 листьев. Ты стоял, короче, сейчас не на плоту, а босиком на воде просто. Сам своего рода. Ага. Сейчас так начнешь оскорблять чувства верующих и все. Я имел в виду сам своего рода волшебник. Да, это так не он. Мать его, неужели ты мимо проплывешь? Бочка стоять. Есть. О, красавчик. Отменно. Так, да, вот теперь у нас есть металлолом. Тык. Пока руками собираю. Еще одна бочка. Картошка вот, есть, отменно. Ой-о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 й
мной? Да я жив. Так. Окей, мне... Так, что здесь можно делать? Строительный молоток, веревка. О, все, веревки я сделал. И делаю строительный молоток. О, красавчик. Ага. Веревку из листа пальмового делали? Когда открываешь рецепт молотка, там прям можно будет слово веревка. Там, где картинка веревки нарисована, плюсик. Прям плюсик будет, да. Пальмовый листок уходит, да. А у меня недостаточно, пока листьев похоже. А, у меня их 11 штук. Я нам уже, ага. Смотри, я нам уже плот расширил. Кайф. Молодчина. Спасибо. А делиться ресурсами мы сможем только, когда у нас будет что-то типа этого, сундуков? Да, наверное, из инвентаря можем выкинуть. Най. Нажми, там есть инвентарь. А. Сейчас я попробую тебе что-нибудь скинуть. Так, допустим, я возьму вот так. Вот, на пальмовый листок, тебе еще на пальмовый листок. Ты меня коробками швыряешь. Да. О, впереди остров. Обои, оба явно на разведку ходить не будем, пока на острова. Плот маленький, легко уплывает, якоря нету. Поэтому я на этот остров иду. Ты на плотике остаешься, ресурсы пока ловишь. А как он, если он плывет? Я умру, воскрешусь на острове. Ой, воскрешусь у тебя на... А? Да, чтобы с инвентаря ресурсы уходят, когда умираешь. Поэтому лучше, чтобы кто-то один был на плоту. Чтобы не оба хотя бы ресурсы теряли. Пока сундук не сделаем, лучше не выделываться. Ага. Стоять. Гениально. Знаешь, сколько я уже ресурсов наловил? Знаю. Жопка. Так, ладно. Так, что нам нужен? Как нас еще кого-нибудь пыталась побить? Что-то это... О! Ну как ты меня бы слышал-то, а, гадость? У нас пока оружия нет смысла. Сейчас я новый поставлю. Все. Есть. Ага. Ой. Чё? Я начинаю запускать крюк. Ты в этот момент передо мной пробегаешь, и у меня крюк тебе в голову убивает. Где акула? Не рядом? А? Так, я на остров. Не вижу пока. Плывет за мной? Нет. Так, окей. Она около плота сейчас. Все, я на острове. Ищу что-нибудь полезное. Белые цветы. Не знаю, пригодятся ли красные. Деревья я пока рубить не могу. Для этого нужен топор.
О, можно уже копье сделать, мне хватает, это Поищи хорошо. там сундучки, наверное, и ладно. А? Говорю, там, наверное, сундучки поискать и все пока что. Да не факт, надо смотреть. А, ладно. Так, я уже привычно так от острова отъехала. Давай возвращайся по чуть-чуть. Вижу. Акула мне на сторону, а я копье не скрафтил. Да иди ты. Я все дальше от острова. Так я уже Давай. с тобой. Я вижу. А если я тебе кину крюк, ты можешь мне взяться? Нет. Я вся такая, вьюх. Так, ладно. В целом неплохо. Я нам сейчас сделаю вот это. А, досок не хватает. Собирай доски. Они нам очень нужны сейчас. Заметил, что плод заметно подрасширился? Сейчас гляну. А, ты все доски потратила. Да, почти все. Нам нужен Что рабочий хочешь сделать? стол. На нем откроются новые крафты. Надо 14 досок. Хлам у меня есть. Металлолом, типа. У меня тоже. Вот, надо досок набрать. У меня сейчас 6 штук. У меня три. А сколько надо там сейчас было? 14. Там впереди корабль, что ли? Нифига себе, это остров прорисовывается. Похоже на кусок корабля, больше, чем на Они... остров. Я знаю, что они попадаются уже давно. Я когда играл последний раз, правда, я играл последний раз лет... Года 3 назад, наверное. Года 2. Там уже корабли попадались. Да, это кораблик. Классно. Так, одна доска Надо будет плюс. гонять на него. Ага. Только это сделаю лучше, потому что там реакция нужна. Он тянуть почти моментально начинает. Ты на него запрыгиваешь. Все, чего там? Как только на него запрыгиваешь, он очень быстро начинает тонуть, поэтому надо успеть его залутать. Ага, понял. Мне лучше тогда двоим туда переться. Нет, он моментально тонуть начинает. Зачем? Быстрее соберем ресурсы. Они все в одном сундуке, главное грамотно запрыгнуть. А, все, тогда ладно. Тогда без всяких. А то я думаю, странный такой, мало времени, а он один прется. Так, готово. 10 досок. У меня пока 6. Давай дам тебе. 11. Да не, я сейчас дособираю уже. Так, и последняя доска. Есть. А, у меня сейчас крюк сломается. А, сломался. Сначала крюк надо новый сделать. Что на тебя надо? Поняла, ладно. Одна доска. А, вот и не ладно. Все. Ага, вот Делаю и он. нам стол. Так, рабочий стол есть. Так, его лучше не с краю, а где-нибудь вот тут вот. Во. Да, поближе к серединке. Смотри. Прикольный. Что мне можно делать? Ну-ка. Ага, то же самое, только побольше даже. Да, там-то и прикол, что это расширяет общие возможности. Нет, я понимаю, просто интересно, что тут есть. Лови ресурсы. А, мы лодку потеряли! Я за ней. Что? Да мы лодку пропустили, вот она. Ваня, за тобой акула. Поднял. Так, больше тут все, ничего интересного. Ай! Не знаю, доплыву ли. Я. Ай! У меня хп на один удар. Я, походу, не доплываю. Мне даже этого Она хп я рядом? еще Она рядом? не вижу пока. Давай, 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 давай. Все, красавчик. Так. Фигово, конечно, все. О, рецепт взбитый кокос я нашел. Прикольно. Пойти Так. избитый кокос. Как вообще тобой пользоваться? Во, открыть. Да, во. А, себе деревянное копье бахнуть. А, еще одна веревка, но это есть. Еще одну доску надо. А еще у нас источников света нет. Вот это печально. А смысл на от них? Ночью темно будет. И что? Ну, когда светло, прикольнее.
Ладно. Так, ладно, все, у меня есть деревянное копье. Я теперь могу делать вот так, Таня. Ага, у меня... Сколько там? Чуть-чуть пластмассы осталось, и тоже сейчас на него копил как раз. Понял. Ну вот теперь можно будет... И еще одна бочка. Не дотянешься. Да. О, гриз плывешь. Ля, закатка как красивая. Не, мяско okay. выпадает. И ты закат пропустил красивый. А, их еще будет много. Игра на них богатая. И пластмасска. Yes. Yes, of course. Ага. И чё, плавает всего мало, охотишься за тем же, зачем я охочусь? Да. Мать его, там остров остался сбоку, справа. Пойду, то плыву. Не-а. Дурак, что ли? Да. И слева ну, остров. Капец. Ну, а почти спереди. Мы с острова примерно и плывем. Вот на него я, наверное, сбегаю. Так, ладно, надо... Немножко... Но попозже. Сейчас мне надо попозже. Да, естественно, попозже. Я чё, дурак? Я всё знаю. Так. Ну, знаешь ли... Чё? Это хороший вопрос, отвечать на него я не буду. Угу. Я тебя понял. Да люблю я тебя, люблю. И я тебя, не так, отлично. Так, ресурсов да. все больше. О, с водой все плохо, пить охота, совсем об этом не подумали. Опреснители, опреснители. Что на него надо? Ага. Где они? Обычный опреснитель, в самом первом. Спрыть досок надо, у меня пока одна. У меня все есть, кроме одного пластика. Дай еще один пластик, я умру вот-вот. Сейчас дам. А как? Инвентарь открыла на А и просто как в Майнкрафте перетягиваешь. А чтобы одну штуку правой кнопкой мыши. А тебе весь. Кофе. Так, нам нужен обычный опреснитель. Все, готово. Слишком давно я не играл в эту игру. Совсем забываю обо всем. Так, вот обычный опреснитель. Ой, мне плохо стало тоже. Положить доска. А как поджечь? Я не помню. Попробую съесть сырой картофель, может он поможет. Ага, сытость установил, остальное нет. А арбузов в этот раз у меня нет. Да, скоро я откисну. Надо срочно сделать малое хранилище, чтобы ресурсы ага. туда сложить. Вот срочно пластик лови. У тебя сколько пластика? Два. Давай, я хранилище сделаю. Это шанс спасти ресурсы единственный. Там надо было еще, можно было с помощью пластика и пустой чашки... сделать этот последний пластик для воды. Ой, понял, уже не успеем все равно ее приснить. Хотя вы из пластика сделать чашку с водой. Я уже весь пластик потратил. На блин. Так, ага, из цветов делается краска, поэтому на цветы пофиг, сохраняем более важные ресурсы. Так, а я ей молот не смог. А, ай, ты меня пихнула? Нет, вроде. Так, и вот это все еще просто выкидываю из инвентаря с надеждой, что оно не пропадет. Пустая чашка, можно набрать немного воды. Ага, вот зачем она была нужна. Да, я пытаюсь успеть на нее накопить, но что-то совсем нет, не успеваю. У тебя пластика вообще нет? Нет, я все потратил. Блин, мне три штуки аж надо. Нет, она еще и грызть наш плот начала. Ах ты, ужасное создание. Вовремя-то, а? На! Я ее ударить успел один раз. Ага, плюс один пластик, плюс два пластика. А-а-а. Плюс три пластика. Плюс четыре пластика! Есть, взял. Давай, фигаш себе хотя бы. Так... А смысл? Соленую воду пить нельзя. Во-во, все, сейчас опреснится, Таня. Сейчас опреснится. Вот отсюда попьешь с костра. Ты сначала. Пей.
Или я? Надо дать пока присниться. Или я первый пью? Давай ты. Здоровье. А, я почти здоровье сейчас кончится. Ну давай быстрее. Мы умрем именно от исчезновения здоровья в силу жажды. Успею. Пьешь? А как? Как это вылить? Погоди, мне чашка нужна. Вот. Спаси меня. Спаси меня. Как? Подойди ко мне. Мне сюда не найти надо кровать. Скрафти надо кровать. У меня кровать. Ой, у меня. Ни хрена себе. Туда еще нужна одна доска, один пластик и надо гвозди, а я гвозди не могу крафтить. Ладно, пробую хотя бы скрафтить. Ладно, я перезапускаюсь. Сдаюсь и перезапускаюсь просто. Блин, давай. Все, я тут. Как тебя выпить? Нет, это соленую я выпил. А, вот. Все, я могу пить пресную воду, да. Блин. Сейчас сделаю тебе. Что надо сделать? Ой, я дурак. Надо с чашкой подойти. Блинский. Сказал бы, оставил бы мне. У меня сегодня скоро тоже помру. Мне нужен еще один пластик. Выкинь все, что можешь, это ценное. Смотри, оно все сохранилось, вот оно валяется. Сейчас? Из инвентаря, да, выкидывай. Господи. Да господи, мне остался последний пластик, я сейчас попью. Ладно. А успеваешь, что ли? А, как выпить? Вот так выпить. Эй! У тебя пластик еще есть? Не пьёт, на ждать, она еще не перевели, не делалась. Вот теперь набирай ее. Все, успела. Умничка. Так. Я теперь голодная, как не знаю кто. Да, нам надо делать обычный гриль. А, маленькая грядка. У меня, кстати, свекла есть. Да. Давай ты копи на гриль, я на удочку. А что там нужно на что сейчас? Подожди-ка. Я не смотрел, не знаю. А, так. Гриль. Одна. О, мне не хватает одной доски. И все? Есть у тебя одна доска? Да. Так я это сейчас на удочку коплю. Ну, ладно. Мне самому ресурсов не 8 веревок на нее надо, Таня. Прикинь, 8 веревок. Ну, себе набрала всего. Как? Так, гриль, изготовить. Бочку, что ли, подобрала? Да не бочку. А чё? Что-то большое. Откуда? Откуда? Шкаф плавал. Жестко. Да. Как её глючит, бедную. Кого? Бабу. У тебя глюки, что ли? Потому что у нее здоровья очень мало и. А, в этом плане глючит. Да. Кстати, важное правило. Если в опреснителе пусто, сразу его наполнять. Понял. Он никогда не должен быть пустым. Жажда дела постоянная. Блинский, у меня крюк умер. Делай. Одного пластика не хватает. Вон, подбери, плывет. Вижу. Так. Ага. О, а черепашку мы можем поймать? Где черепашка? Прям под плотом была сейчас. Вот она, да. Скорее всего, можем ее убить. Ладно. Так. Пытаюсь, не смог. А, вот акула меня нашла. Да. Я пытался черепашку убить. Да, я так понимаю. Но акула нашла меня быстрее. Маленькая. Еще одна бочка. Тинг-тинг-тинг-тинг-тинг-тинг. Отменно. Стоять! Умри. Таня, быстрее бей ее тоже. Кого? Где? Да акула грызла плод. Ага, удочка. Ага, мне надо две доски, и удочка будет. Удочка. Не, удочку я сам сейчас сделаю. Или ты себе сделай, тоже хочешь? Сделаю. А, ладно. Боже. Ой, это... Мне надо спасти. Кровать не сделаешь? Ты упала? Что случилось? Так я голодная была.
Ёкарный бабай. Как вылить жидкость? Во, все. Сейчас я попью и сделаю кровать, если смогу. Кровать. У меня нет пальмовых листков и нет гвоздей. Сдавайся. Ладно, тогда перезапускаюсь, да. Да, выбора нет. Ой, я выкинула что-то. Ага, крюк. Зашибенно, это походу богатые. Так. Ага. О, мы к острову какому-то почти приплыли. Да, сейчас, то... сейчас пойду посмотрю, что там. Так, удочка плюс веревка готова. Все, у меня есть удочка. Кайф. А, наживки у меня... А, наживка вот, все, супер. Закидываю. Наживку еще, кстати, сделал. Крючок просто. Там есть крючок и есть блесна. Жду. Есть. Рыбу поймал. Тилапию, кстати. Прикольно. Гриль стоит, гриль стоит. Скоро еды нам нажарят. Да, рыбу пока половлю. Добывай ресурсы. Давай. А в опреснителе есть вода там? Нету, надо новую ставить. Сделай себе, наконец-то, кружку, чтобы тоже заполнять соленой водой. Она у меня есть. Заполни соленой водой тогда, пожалуйста. Чтобы опреснялось. Опа-опа. Тихо. Чё это за шкаф? Да, закинула. Во, вот такой шкаф мне просто прилетел, с него ресурсов охренел. Ох, якорный бабай. Теперь понял, почему я охренел от жизни? Да. Так, я на остров. Я под... Как я под плотом оказалась? Не знаю. Всё, закинулась. Меня, короче, подглючило, в этот момент я оказалась под плотом нахрен. Жёстко. Это я... Меня это не то, что заглючило. Ёпрсоте! А что случилось? Ай-яй-яй. Так, сейчас я ненадолго вылезу. Подождешь, пока плывет он остров? Все. Это из-за того, что... Да ёпси. Что со мной? Все. Осторожно, отплывает немножко. Ай-яй-яй, голод! Голод! Так. Я, скорее всего, чуть-чуть подрежу качество, потому что у меня... С штормом прям очень плохо стало все показывать. Хорошо. Плыву за плотом, а на меня плывет акула. Но в этот раз я тоже не пальцем деланный. На! Она все равно успеет ударить, но я так хоть и в ответку в спину досажу. Ты хоть доберешься? Да. А, ты у меня плывешь по воздуху. Ай. Ладно, пора рыбку жарить. Так, у нас Таня с тобой сегодня. Отжарил полностью. Ага. Три вида рыбы. Сырая тилапия, сырой морской лещ и ряпушка. Сейчас они перестанут скоро быть сырыми. Ля, я так и назову серию. Ваня отжарил рыбу. Ладно. Допустим. Ай! Иди сюда. А еще я могу делать вот так. Таня. А? Ай. Я в тебя не попал, не бойся. А, смотри, пока собирай, делай, что хотел. А, я сейчас немножко подрежу графику. Потому что это у меня грустновато. Быстрое. Я на ультрах играю, у меня все на максималках. У меня было хорошее качество. Я сдвинула на быстрое. Ребят, за качественной графикой Вани... Пока я без компа адекватного. За дичью ко мне. Так, у меня уже есть покушать, это хорошо. Сейчас кушаю. Я смотри, Таня. Такое. Таня. Таня. А-а-а. Вот это я сейчас буду кушать. Ваня, тебя сейчас будут кушать. Ты бей давай ее. Да не разглагольствуй. И продолжай бить даже, когда она спрыгивает. Чем быстрее ее убьем, тем быстрее с нее мясо получим. Да знаю, я знаю. Первый раз тоже играю. Так. Так, все, выпить пресной воды. Ладно, теперь хотя бы жить можно. Да. Мы теперь хотя бы живем реально. Не забывай еще доски подкидывать в опреснитель и так далее.
А, доски, ага. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. У меня персонаж оказался где-то в середине текстуры плота. Что ж тебе так плохо, из-за ОБС, что ли? Так. Ай, зря свеклу скушал. Ага, ладно. Я сделал маленькую грядку, но мне нечего сажать теперь. Печалька. Согласен. Опа, подлагиваю. Капец. Опа, так, ладно, кораблик. Но ой, я... пить надо. Пей, там опреснилось как раз. Сейчас я сразу наполню соленой. Ага. Покушала? Супер. А, ты рыбку съела, нет, да? Нет. А, я ее съел, что ли? Ладно. Ага. Странно, она так-то тут была. О, Вань, там кораблик вдалеке немножко. Я только что об этом говорил. Да? Да, я говорю, о, кораблик. Ты такая, ааа, пить надо! Вот так ты меня и слушаешь в эти моменты. Ребят, обязательно пишите в комментарии, как вам игра Raft, как она вам в нашем исполнении. Она очень спокойная, но такая атмосферная. Я любил всегда кушать, когда смотрю... Вернее, смотреть Raft, когда кушаю. Я всегда любил кушать, когда смотрю Raft. Это чайки съели! Не, это я все-таки... У меня в инвентаре на теле валялся, кажется. А, понятно. Ну ладно, вторую хорошо. Рыбку я съем. Опа. Давай. Куда? Хотел забрать, успеть. А-а-а, вышло не очень. Ага, по левую руку остров остается. Так. Все, у меня тоже есть удочка. Все супер. Сейчас вообще надо стремиться максимально расширять плот, ловить рыбу, mm-hmm. ставить воду. Надо будет расшириться так, чтобы у нас хотя бы было 3 сундука, 2 опреснителя хотя бы, 2 гриля, чтобы каждый мог себе параллельно еду готовить. Надо хлама побольше. Из хлама делаются гвозди. Да, нам я знаю. Нам очень нужен хлам на этот, на кровать. Да, да, да. Это факт. Это база. Так, 2 морских леща. Посейдон выплывает и выдает тебе 2 морских леща. Я только он спросил, а кто леща выдает. А, это ты строишь, я подумал, кто-то грызет. Нет. Это я подрошу. О, я зубатку поймал. Ух ты. Восхитительно. И плавает эта мерзавка, вокруг плавает. О, скумбрию поймал. Тань. Ага, круто. Я сейчас тоже поставила. Просто кидаешь удочку и ждешь или что? Да. При возможности забей себе сытость и жажду до фула, чтобы не хотеть хорошо. Пить, не хотеть ничего. От этой жизни? Да, это не забудь. Чё, скумбрию себе возьмешь? У меня тут есть уже что-то еще. Лови, лови на здоровье сама тогда. Я просто знаю, как ты любишь скумбрию. Кстати, ребят, вот я обожаю копченую рыбу, но копченую и сыровяленую, в принципе, сыровяленую, просто вяленую, про рыбу так не говорят. Кто из вас, в принципе, тоже любит копченую рыбу? Отпишитесь, какую больше вы любите, горячего или холодного копчения? И что вообще предпочитаете, какой именно вид рыбы? Ай, копье, Таня, копье у меня сломалось. Не могу продолжить бить. Сделал еще одно. Ага, удочка скоро кончится. О, хлам. Как же все быстро заканчивается, а? Так, сделала гвоздик. 3 гвоздика. Ни хрена себе. Отлично.
А тебе что, хлам нужен? Ля-ля. Ваня, смотри. Тань, открой, пожалуйста, ящик, который я сделал. Тут лежит 6 хламов, выловленных мной. Ага. Ага. 2 хлама. Бери еще один хлам, если нужен. Смотри. О, классно, можно спать. А ты чего из хлама не сделал гвозди? Ты же смог еще, ты смог бы тоже сейчас... Ваня, Ваня, этот шкаф! А у меня нет крюка сейчас. Я поймал. Ух, ля, красота. Во, надо еще... Вань, сделай... А, я сейчас могу сделать. Что именно? Сделай еще одну кровать. Сейчас... погоди. А то я себе сделать сделала, такая, опа. Сейчас сделаю. Ага. Тебе, наверное, ресурсов не хватит сделать. Сделай тогда ты. Так у меня ресурсов не хватит, говорю, вторую сделать. А, понял. А что там надо? Много чего. Сейчас скажу. Там надо 10 листов, 6 досок, 4 пластика, 3 гвоздя. Да ёкарный бабай. Каждый раз хочешь не перекинуть, и из-за этого чуть-чуть не докидываешь. Мерзкая фигня. Так, мне надо крюк заново сделать. Где гребаный крюк опять? Вот тут он. А, как... все, я могу... Опа, сделать. Наконец-то огород не впустую. Что-то нужное выпало? Картошка. Так, у тебя тут семечки же есть. Семечки это цветов, а цветы только для того, чтобы красители делать. А картошку мы можем кушать, понимаешь? Смотри, я ж не знаю. Смотри. Опа, опа. Сейчас, секунду, ловлю бочку. Бочку ловлю, ловлю бочку. Давай. Бочка не ловится. Тогда я поймаю. А, не докинул, ладно. Ага. Так, надо сейчас пресную воду нашу потратить на то, чтобы полить лужайку. Поливай, пожалуйста, иногда огород. Хорошо. О, моя скумбрия лежит. И рыбка лежит, отлично. Так, скумбрию я сейчас съем. Вкусняшку такую. А эту рыбку тогда я съем и поставлю свою тоже. Ага, съешь мою рыбку и поставишь свою. Отлично. Вся суть девушек. Да в смысле? Я же положу вторую вариться, жариться. А и потом сама тоже ее съешь, да? Нет. Ну ладно. Сейчас всю девушку. Да я же хочу. Я на самом деле не так. О! Это что такое плывет? Сейчас такой... О, Ваня, шкаф! Ваня, сейчас такой шепотом. Слышишь? Да-да-да. Сейчас такой шепотом. На самом деле хуй. Не-не-не, я шкаф поймал. Красавчик. У меня теперь столько ресурсов, у меня только пальмовых листов. Больше 20. 25 пальмовых листов, чертежи, ля красота. Надо плот подрасширить однозначно. Да. Так, да я подрасширю. Надо, кстати, начинать что-то более прикольное делать в плане. Да, постепенно. Тут будем. Есть арматура, ой, арматура для фундамента. Треугольный приподнятый пол. А, сверху на этих платформах можно полы делать и деревянные настилы. Круто. Как? Когда держишь молоток в руках, правую кнопку мыши зажимаешь, тут куча всего для строительства. А, нифига себе. Стены, лестницы и так далее. Сейчас мы делаем фундаменты. Дальше мы можем уже стелить полы. Но пока мы не сделаем достаточно большой фундамент, дальше делать полы нет смысла. Лишний перевод ресурсов. Плюс фундамент в идеале армировать надо будет. Ага. О, Вань, видишь остров. Где? Опа. Ну давай рискну. А, ресурсы надо было выложить, дурак. Не, я к тебе. Я к тебе. Оно того не стоит. Надо, надо еще один сундук. А, ты же говорила, надо кровать сделать. Надо. Мы тогда ночь сможем просыпать, походу. Гвоздь. Ой. Оказывается, всего один хлам тратить надо было. А, я, мне уже кровать некуда ставить. Таня, сделай сундук. А я, ладно, сделаю. А, мне пластика не хватает. Сделай, пожалуйста, сундук. А! Слышь ты! У меня тоже пока пластика не хватает. Пошла отсюда! Сколько у тебя есть пластика? 2. Да ёкарный бабай. Ага. Так. О, вон еще. Недалек. Чё ты перекрываешься? Я стою, собираю вручную.
О. Тоже. Ты крюком стоишь, собираешь. Ну, собираю. Ля, я сейчас подохну от того, что пить хочу. Пей, пей, пей. Ай. Где вода? Я потерялась. Вот все. Я нашла. Таня, блин. Так, рыбка пожарилась. Что, да. Напомнишь надо? А, круто, я коробку выкинул. Так. Очень жду сундук. Очень жду сундук. Но его сделаю сейчас уже я. Такими темпами. Да, сейчас я его сделаю. Он у меня выпадет в виде коробки. Пожалуйста, подбери и поставь. Так, хорошо? Тогда а, нет. Секунду. Нормально. У меня освободилась одна позиция. Так, я в него скину чертежи, семена. Тут чашка, тут чайка этот. Да, да, да. Блин, это... я хотела ее пихнуть. Ее пихнуть. Хороша, Таня, хороша. Чё тебе такого вот чайка-то сделала? Симпатичная такая? Она пыталась мою грядку ограбить. Да? Нифига себе. Да. Офигевшая. Она в грядке что-то кривляла. Кривляла. Так, окей, супер. О, попить можно, это хорошо. Ля, я только что пила, почему мне опять на минималке питье? Погоди, ты точно не соленую воду случайно выпила? Потому что пресная вода была точно на месте. Так я новую доливала. А Вань, тогда ладно. Потому что если выпить соленый, жажда падает. Давай! Бочку упустил. Дурень. Так, штормит, однако. А, кстати, я ж кровать сделал. А, пошли угрома поспать. Ща, погодим. Ю? А, есть тоже надо. Кушай. Где кушай? На, вот тут вот. У тебя лежала готовая рыбка тут. Ну, как я знаю, я до нее не дошла. Вот, на полу валяется. О, зубатку здесь. Зыкая рыбина, Таня. Сейчас, секундочку. А? Воу. Мне ее, чтобы понимала, нельзя готовить на этом гриле. Он слишком маленький для нее, типа. Так, а кто новую воду будет наливать? О, посылка. Как я могу открыть? Без понятия. Ух! Вы научились шкаф для посуды. Это я. А как чертежи? А у меня еще тут два чертежа есть. Их тоже надо изучать. Как его изучить? Я взяла в руку посылку и нажала какую-то из комнат мышки. А, ладно, нет, чертежи не так работают. Чертежи скинуть. Здесь все заполнено. Так, я рискую для до плота доплыть. Сейчас я все ценные вода ресурсы скидываю. У меня вода не пьется. Она не может не питься. Все, пьется. Пьется? Она услышала. Она услышала, что не должна не питься и выпилась. Плыву. Угу. Очень рискую на самом деле, но я... там что-то ценное наверху. Ай! А вот обратно какого? Я, походу, уже не доплыву. У нас есть теперь кровать, и вдруг что смогу восстановить. Меня ж подобрать надо для начала, как ты меня из воды подберешь. Тоже верно. Постарайся доплыть. На, тебе в карю. Ты хорошо, что не дотянулся, доплыл? У меня на один укус сейчас здоровье. Нам весла надо сделать, определенно. Надо. Она за мной, Тань? Не вижу. На весло, кстати... А! Блинский. Болин, ждет спасение. О, ты меня подобрала? И выкинула, кажется. Или не выкинула. А! У меня мышка затупила и покрутилась. Вот все, я вижу тебя. Только сама не умри. У меня еще большая часть здоровья есть. Иди нахрен. Где бы ты ни была.
Солидарно со своим персонажем. Давай, 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 давай. О, я жив. Нажмите любую клавишу, чтобы проснуться. Спасибо. Где? Где весь картофель? А, чайка пришла таки. Двух из трех не было. Было три картошки, стало две картошки. Зашибись, вырастил. Ванюш, не говорили, садовод из тебя не очень. Спасибо, любовь моя. Печально. И что еще будет? Не могу зубатку тут пожарить. Печально. Тормозит. Что, так сильно, что ли? Это все. Ёкарный бабай, Таня! Направо смотри, на размер острова. Ни хрена себе. Так, как. Может, это... Так, временный якорь из чего делается? Так, одноразовый якорь. Сейчас. Разовый якорь. Доска, веревка, камень. У меня не хватает 4 камней на него. А, у меня 3 камня есть, и где-то еще были. Вот, все, у меня у меня всего хватает. Все, кайф, значит, швартуемся у острова и идем. А как весла делаются? Погоди, надо весла. Пластик, срочно пластик, Таня. Срочно пластик, максимум пластика. Надо. Надо. Так. Сейчас скажу. Сейчас, возможно, даже не надо будет. Сейчас надо будет пригребсти нам. У тебя хватает на этот? На весло? Да, на весло, да. Да. Делай весла. Пришвартуемся и потом бросим якорь. Так, изготовил весло. Готов гребсти. Да, я меняем уже... курс, да, меняем, прям чувствуется. Давай максимально быстро к острову и пришвартовываемся. Но у таких островов есть огромный минус. На них есть что-нибудь злобное? Медведи, как минимум. Я помню, были медведи раньше. Понял. Так, у тебя якорь же сделан же? Сейчас сделаю, ты греби пока. Веревка, якорь. Вот, все. Разовый якорь готов. А может, он просто можно затащить плот наверх? Нет, так не работает. Так, все. Таня. Стоп. О, погоди, что это? Якорь не брошен или что? Погоди. Пошли сюда, попробуем, Вань. Тань, я точно знаю, нельзя. Он если застрянет, все, ГГ, игра сломана. Понятно. Что значит поднять? Погоди. А, вот так. Все, я бросил якорь. Все. Мы на якоре. Пошли. Так, погоди, стой. Надо сундук сделать. Еще один. Сохрани игру, если он сохраняется сейчас. Сохранить мир. Мир сохранен, все. Кидывай все ценное, что у тебя есть тут. Просто вот так можешь на корабль. О, смотри, на чашку. Ой, на чашку. На чайку. А все, уже свалила она. О, картофель, но еще не готовый. Так, где? Чё, кого где? Ладно, пошли. Подожди, ты куда сейчас кинул-то? Все в центре вон валяется, в коробках. Просто в центр? Ну, у нас сундуках места-то нету. Ладно. И материалов на сундуке нету. Поэтому только так. Так, а стоп, на этом пора заканчивать серию. Ребят, сейчас. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик. Ролики на моем канале выходят ежедневно. С вами был я, Ваня, и с вами была Таня. Отгони чайку! Уйди отсюда! Сгинь! Я тебя сейчас ткну палкой. Где она, падла? Короче, да, с вами были Ваня и Таня. Хорошо рифмуемся, хорошо проходим игры. До новых встреч! Увидимся, ребят!